Все так, вы дождались. Действительно, Страна ФМ, вечерний эфир, будний день, 18 часов, 3 минуты. Лиза Калинина, Майк Войс. Страна ФМ, добрый вечер. И мы так подтягиваемся, так вроде лениво, а нет. Друзья, у нас сегодня на самом деле классный такой женский. Слушайте, сегодня цветник. Мне сегодня сказали, Мишанечка, сегодня ты кайфуешь, сегодня у тебя цветник. Сегодня у нас в гостях Combat Cars, пока их двое здесь. Не, на самом деле уже полный составчик, но у нас скоро мы увидим всех. Остальных одевают. Интрига. Да. Пока у нас Сирена и Крис в гостях. Да. Девчонки, привет. 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 Как у вас настроение? Да классно. Как вообще вот женские girls, как girls band, правильно говорить? Пожалуйста, да? Пожалуйста. Как проводят свой понедельник? У вас все стандартно? Вы 5-2 работаете? Нет, у нас другой стандарт. А мы, кстати, уже постоянно об этом говорим. Мы работаем, мы постоянно репетируем 5 дней в неделю, воскресенье, выходной. Мы называем это бассейнный день. Банный день, да. Банный бассейн, там все ходят в бассейн. Слушайте, здесь важный момент, а то мы сейчас запутаемся, будет второй выход, нас станет еще в полтора раза больше. Это Крис. Крис, здоровайся. Привет. А это у нас Сирена. Привет. Кто смотрит, очень легко отличить. Сирена такими красными, красная, огненными волосами, а кудряшка сегодня это Крис. Это, кстати, наши фирменные цвета Combat Cars. Да. Красный и желтый. А, да? Серьезно? Да. Ну да, огненный, у нас просто такой, у нас логотип красно-желтый, да, и как-то у нас одежда все время, там футболки были в первом клипе. И в итоге мы специально так не красились, просто как-то так Сирена, получилось. Сирена, да, когда друг ты еще размахиваешь руками, а у Сирены вы включите телевизор, посмотрите, у нее зеленый еще маникюр, такое ощущение, как будто светофор в гости пришел. Я девочка пожар, да. Ну, нормально. Да. Слушайте, ну у вас, смотрите, кто не знает, вы в первую очередь такой хореографическое песенный коллектив, но хореография ваша в первую очередь. Вы постоянно трените, репетируете, танцуете в разных стилях. Да, да, нет, но мы делаем все. Все, что мы можем, мы все делаем. Все, что нам нравится, мы все делаем. Это смелое заявление в шоу-бизнесе. Мы делаем все. Подождите-ка. Мы делаем все, что мы можем делать. Вот нам нравится. Лучше не стало. Лучше не стало, честно говоря. Мы просто зажигаем народ. Ну почему? Мы просто отрываемся, нам это нравится. За деньги. И без денег тоже. Нет, нет. Работа такая. Да. Понятно. Я без подтекста. Да. Работа такая. За деньги. Без подтекста, за деньги, да. А девчонки к нам пришли, на самом деле, не с пустыми руками. Мы сегодня будем знакомиться с вашей новой работой. Чуть попозже об этом. То есть для зрителей, слушателей трека, клипы увидите, услышите. Как вообще проходят ваши дни? У вас постоянно репетиции, концерты. Вот просто ваши будни какие? Вот сегодня понедельник. Извините меня, первый будний день. И вот мы здесь. Нет, ну извините, это 6 вечера. Деле, да. Начинается на самом деле мы постоянно тренируемся, танцуем, составляем там для себя какой-то план. А кто хореограф? Сирена. Сирена. А, то есть ты ответственная за это. Сейчас, короче, мы увидим танцы, мы зацелим. Послушай, это знаешь, это смелое пока заявление, потому что двое еще не вошли. Там может поменяться мнение потом. Это как, кстати, вот женский коллектив, это много ссор, сплетен, или это все мифы? Это много энергии. Ну, честно. Это очень много энергии. Это уходит ответа. Нет. Это много такой лишней энергии. Мы друг от друга на самом деле устаем, реально. И поэтому в воскресенье бассейн и день. То есть мы вот репетируем, что-то делаем, там записываем. А потом все, мы просто замолкаем, расходимся по разным углам и хотим отдыхать друг от друга. Это вот реально так. Вот, а так, в принципе... Ну вот все опять хотят, чтобы были какие-то вот какие-то ссоры. Да, все постоянно нас об этом спрашивают. Но нет, ссоры, а это такие все очень... Слушайте, смотрите. Вы хотите сейчас отдохнуть друг от друга, а мы узнаем, как они там. Да. Как они там, собственно, себя чувствуют. Друзья, остальные ваши дети. Скоро вернемся. Страна FM. Один на всю страну. Лиза Калинина, Майк Войс. Миша, у меня к тебе вопрос. Давай. Сразу. Как тебе вообще комфортно? Мне. Против одного. Выбирай любую. Я хочу сказать. Смотри, от красного до белого. Слушайте, шатенки между. Слушайте, любые полутона и черненькие. Наконец-то чувствую себя на работе как дома. Как домой пришел. Наконец-то. Горем. Джерри к нам присоединилась, правильно? И Санет. Да, и Санет. Девчонки, привет. Вместе они в Combat Cars. Слушайте, подождите. У меня два вопроса. Первое. Все помыли голову сегодня или нет? Чего вы все в головных уборах? Это мы как Spice Girls, понимаете? Да, вот, пять. Понимаете, у Миши есть такая фишка. Он очень конкретно...
Вот спасибо мне за Викторию. Спасибо мне за Викторию. У Миши есть такая фишка, он вот напрямую, он такой без церемоны слегка. Не помыть голову. Это самое легенькое, что вы сегодня услышите. А ему просто-просто. А я просто тряпкой протираю. Он-то моет голову. Второй вопрос. Слушайте. Почему все в кепках? Ну, вот это так на самом деле случайность. Но... Это все. Можно я скажу, пожалуйста? Секундочку, Джерри. Секундочку. Единственное, сейчас вы ответите, естественно, учитель спросит. А, но вы почему-то, Санэ, в Панаме. Я что-то не очень понял. Она просто хочет в Панаму. Просто там такое солнце, я решила, что я буду в Панаме. Джерри, пожалуйста. Мы просто лысые девочки. У нас кепкам приклеены волосы. Да. Все. Внимание, вот если мы снимем эту кепку, мы будем вот здесь, как ты, а волосы вот отсюда растут. Мы просто фанаты. Хороший. А другой момент, я когда сюда заходил, готовился к эфиру, там прочее, смотрел, как четыре стульчика вот так в ряд стоят, как будто в бар пришел, вот эти крутящиеся. За барной стойкой. Вы чувствуете себя, как за барной стойкой здесь, на стране? Слушайте, подождите, мне было интересно, мы остановились на том до перерыва, что вам надо друг от друга, друг от друга вы устаете. Вот там присоединились, да. Сана Таджири, это правда, что... И мы уже устали. Женский коллектив, это определенная атмосфера. Мы настолько, когда вчетвером собираемся, настолько мы активно и бешено, что начинает действительно говорить, энергетически уставать. И иногда классно, когда на гастролях у нас отдельные номера. Ну а так, а вы подружки или коллеги все-таки? Мы подружки. Подружки. И коллеги, и все. Мы коллеги. Ну познакомились вы в группе уже? Нет. А как это было все? А как это было? Мы танцевали, да, на самом деле. Вы подружки, хореографы. Вообще, вы знаете, Москва — это очень тесная территория. Ну, это серьезно? Да. Ничего себе. Да, и вот мы как-то зазнакомились так. В принципе, общая цель нас объединила. Какая? Да, стать знаменитыми? Бабло! Спасибо, да. Бабло. Я думала, что знаменитыми там, самореализовали. Нет, бабло. Понятно. Найти свою аудиторию, нести свою творчество. Вот, видите, круто. Я думала, сейчас скажу, на самом деле... У Санет не бабло. И бабло тоже. Так, а потом? Пусть она там тогда с аудиторией. Бабло. А я буду и там, и там. И вот, в общем, и вы, уже будучи знакомы, начали делать дела, работу. Формировать идею. Нет, она уже как всего, бы, да. Ну, мы уже давно как бы этого хотели, да, так. И уже... Так. Как бы это объяснить? Прорабатывали просто, это. Да, просто не было подходящих людей. Это же все очень команда. Сложно, чтобы четыре девочки собрались вместе, вот так вот совпали. И вот, что-то сделали вот так конкретно. Вот не ссорились, да. И, ну, это же энергия, должны совпасть энергии. Джерри, я вот смотрю на тебя пока. Нет, еще. Она хочет сказать, да. Простичи, 100%. Я понял, какие у кого роли в коллективе. Мне кажется, вот знаете, я хочу сказать, мы телерадиоканал. Вот кто ТВ нас смотрит, радио, мне кажется, уже давно отключили. Да. Ничего не понятно. Давайте по одному, девчонки. Она хочет сказать. Да нет, я хотела сказать про стихи просто. Да. Так получилось, что мы даже вот... Как мы это везде говорим, нам сделали астрологический расклад. И так получилось, что мы четыре стихии. Знакомьтесь. Огонь. Ты кто? Сирена. Огонь. Да. Вода. Крис. Вода. Воздух. Санет, земля, воздух, да. И Джерри — земля. Джерри, мне кажется, земля. Очень Джерри прикольно, да. Вообще не верит в это все. Земля. Приземлённая. А вот мы с Санет в это во все очень верим. Ну, да. Слушайте, собственно ладно. Говоря, мы его и сделали. Давайте-ка уже серьезно. Джерри, ты отвечаешь... То есть ты бухгалтер в группе, раз ты земля, правильно? Нет. Что это? А кто вообще чем занимается? Есть какое-то распределение обязанностей? Да мы все вместе. Нет, у нас нет. Да. Слушайте, все вместе. Почему? Это до первой дележки нормальной, большой, вот когда. А потом... Ну почему на все сам... пытаются вот нас поссорить? Да, на самом деле, Я за дружбу. Я вообще чувствую, я пятая буду. На самом деле у нас просто, ну, каждый вкладывает свое, на самом деле, в коллектив. Допустим, кто-то больше танцует, кто-то больше видео снимает, кто-то, допустим, больше разговаривает. А кто-то больше как бы вот экономист. Кто-то просто красивый, как я. Сейчас вернемся. Да, передохнем, будьте сами. Давайте, когда отдохнуть. Телерадиоканал «Страна FM». Один на всю страну. Боевые машинки. Боевые машинки, да. Комбат-карс. Это не территория машин моя, вы не подумайте. Женский у нас коллективчик такой, girls band. Девчонки, вот скажите, мы тут с Мишей думали, что мы хотим с вами обсудить. Вот вы сейчас молодые девчонки на пике, которые заняты работой, самореализацией, времени мало, шоу-биз, все дела. Как успевать семьи создавать? Вы думали об этом? Либо это все сейчас на второй план? Вот просто расскажите нам. Бабушка Лиза завела шарманочку.
бросаю. На самом деле нет, мы пока об этом не думаем, потому что у нас столько всего, и просто на это нет времени пока что. И почему свое время, знаете, мне так говорю, реально. Пока что мы заняты работой, и мы хотим делать больше. Тем более Джерри на мой ответ в перерыве сказал: Миш, ну мы не хотим говорить о возрасте, поэтому я и хотел спросить, то есть, а лет вам сколько, чтобы понять, когда вам задуматься? 100 лет на всех. 100 лет на всех, да? Да. А, да? То есть все-таки кому-то 40 в коллективе? Блин, нет. Мне нравится его шутки. Тайная информация. Кто это сказал? Я хочу подружиться с этим человеком. Мне нравятся его шутки. Я сказала. Сирена лучше. А ты мне сразу понравилась. Первая еще пришла. Не надо врать, Крис пришла. Первая пришла, да. Я сюда зашла первая. Сирена, мы, насколько поняли, вот мы сейчас посмотрели «Жаркие танцы» в вашем клипе, да, который сейчас был. Ты хореограф, ты делаешь постановки. Все остальные просто тусуются в кадре, да? Ну, самые такие. Весь труд твой. Так, Сирен, давай. Нет, ну вот опять все пытаются нас спасать. А что здесь такого? Что здесь такого? Да, ссора никогда не вредила коллективу. Ответственность за танцы. Ну, да. А что так скромно? Девчонки-то не приветствуют. Подожди, Сирен. Во всех работах, правильно? Я сейчас не скажу, что мне не нравится. Всегда, скажи, всегда. Всегда, просто скажи одно слово, всегда. Да. А, кстати, сделаю маленькую разрядочку, пока вы там сцепитесь друг с дружкой. Джерри тебя ненавидит. Мне Лиза говорит. Ну я вот, значит, мы, малыш. Значит, посмотрели я этот тебя. Клип Combat Cars, а еще вот песню послушали, эта песня вот об этом. Вот, Лиз, как ты думаешь, я когда смотрел этот клип, я вообще понял, о чем песня? Да я даже слов не слышал, понимаешь? Подожди, ты радиослушателя нашим поясни, что ты имеешь в виду, они же клип не видели. А, и плохо, и надо заканчивать с там радио. Там просто 4 офигительно классных тёлки. В хорошем смысле. Ну, офигенные девушки, красивые, танцуют. Сказал, и у Миши просто отпала челюсть. Все. Все. Вот. Все, я ему говорю, смотри, текст какая какой-то. Песня. Спасибо. Вот, нет, кстати, танцы классные. Вот, кстати, знаете, это очень важно, когда вот ты же смотришь клип, видео, если ты действительно абстрагируешь, ты говоришь, я даже не слушал слов, то есть, значит, тебе нравится картинка. Конечно. Это вот самое именно. Важное. Супер. Вот именно. Вот мы к этому и стремимся. Нам, да. Потому что мы всегда даже проверяем свои клипы, свои выступления, мы выключаем звук и смотрим на энергию. Если энергетика прет с экрана, значит, Сирена, все правильно. Сирена, есть у вас вакансия в коллективе, специальный цензор, измеритель успеха клипов. Я могу это делать. Я могу это делать бесплатно. Вы просто зовите меня, показывайте. Прямо на съемке, кстати. Кастинг, все? Так что да. Пока что в очередь забиваемся там, да. Нет, подождите, Мишку берите, он вам не, правду не, ну, конечно, скажет. Сначала кастинг. Он же шутки классные отмачивает, надо брать. Да, смотри, тоже через раз. Тоже через раз. Это нужно тренировался, да. Друзья мои, ну на самом деле у нас еще один классный клип впереди. Называется он «Не рок-стар». Мы о нем поговорим чуть попозже. Небольшая пауза сейчас, друзья. Группа ВКонтакте «Страна FM». Задавайте девчонкам свои вопросы. Давайте-ка. Да. Телерадиоканал «Страна FM». Один на всю страну. Ладно, мы снова с вами. Да. Лискарина, Майк Восси, это «Страна FM», 89,9 в Москве, 102.0 в Санкт-Петербурге, 742 кнопка в триколоре. Да, и в интернете, страна.fm, везде, да, речи, и на Ютубе. Да, и на Ютубе вам здесь все потом повторять, друзья, смотри. Друзья, Combat Cars у нас, девчонки, в студии, и сейчас самое время поговорить о вашей свежей, самой новой работе, которая называется «Не рок-стар», у нас клип. Да. Сейчас мы посмотрим, круг совертится. Давайте я тебя перебью, можно? Несколько слов о нем. Да, можно, вот Джерри скажет, знаешь почему? Дальше всех сидит не вовлечена в беседу. Джерри, наконец-то! Давай, мочи! Не рок-стар, давай, несколько слов. Что это? Ну, премьера, не рок-стар, что это? Это песня о любви, расставании. Я думаю, каждая девочка и каждый парень мальчик найдет себя в этой истории. Это история об отношениях. У всех было, когда люди встречались, расходились. У них сначала было все классно, потом что-то происходило, ссоры какие-то, раздражение, гнев. И либо все сначала, либо вы расставались, и ты какого-то нового человека находил, вы снова встречались. Вот этот круговорот, в принципе, вот об этом песня. Джерри, это ладно, это понятно, это такой общегуманитарный розовый сопли. Ты мне скажи, тебя когда последний раз бросали? Так тебе меня и сказали. Не бросали, я сама уходила. Ты уходила, красиво. Когда? Скажи, когда? Да не помню, даешь? Давно это было. Я уже давно, я в работе, я даже не Садики. Помню, что... Так, тогда ладно, лирический герой для этого клипа был кто из вас тогда? Давайте, с кем надо говорить? Лирический. Кого недавно, так сказать? Бросили? Ну да. Нет, ну это... Ну хорошо, нет, а что тогда было? Меня бросали вообще в жизни. Да.
поговорим. Давай прям поименно, мы в прямом эфире привет передадим. Заразы такие. Гриша Авоськин. Нет, я не вот это было еще в школе. Но тот мальчик, который меня бросил из другой девочки, он потом влюбился в меня так, что не мог разлюбиться. Так, вот ты имя хотя можешь сказать? Не, я не буду называть имя. Ладно, не будем. Давай как СКР просто заметь. Пусть это будет Григорий. Григорий. Гриша, если ты сейчас это смотришь, кусай локти. Там еще про других известных людей, да, есть у нас написано в пресс-релизе. Так как много разводов, да, в этом году. Мы всем посвятили клипу. Всем разводам посвящается. Да, но там в клипе очень символично. У нас есть там каруселька, которая не заканчивает крутиться. То есть разводов будет еще много. Нет, просто чтобы люди что-то выносили из этого, вообще какой-то опыт, потому что, в принципе, эта карусель отношений, она повторяется с каждым последующим человеком. Если ты как-то не научишься не вынесешь никакого урока, то либо можно действительно все это разбитое собрать с этим человеком, как-то просто научиться любить. Да. Брачный контракт, помощь, любить, и все. Любить можно надо выносить всех. То, что можешь вынести. Сана, чего ты загрустила, скажи? Она не хочет брачный контракт. Я вообще не хочу замуж. Ты не хочешь замуж? Нет, сейчас полстраны. Я тут на нее подписался первым. Я отписываюсь. Я просто считаю, что... Что? Ну, что? Ну, что? Что? Можно же и просто без брака. Молодец! Yes! Да, вот тихо! Это! Да. Я и хотел услышать. Да, хорошо. Погнали, не Rockstar, новый клип, премьера. Вот они, смотрим. Дорогие друзья, только что вашему вниманию был представлен видеоряд группы Combat Cars, песня «Не рок стар». Давайте же обсудим это произведение. Давай. А что это? У меня только один вопрос. А вас там было четверо, чей же там был мужик? Общий. Там же один мужик. Один мужик. На самом деле... Так! Мальчик! На самом деле! Не будем раскрывать всем карты, да? Раскройте. Не один. Там было два их. Два на четверых. Два мальчика, но кажется, что один. В общем, у нас там... Три близнеца, брата. Вот кто разглядит, и все. Скажите мне, а вообще, когда вот вы придумываете всякие там, клипы и так далее, у вас кто в основном ответственный, принимает решение? Либо вы совместно все это штурмите? Совместно, конечно, совместно. Все мозговое, что мы собираемся. То есть должно понравиться всем, чтобы это рассказать. Сирена, я так, кстати, и понял. Ты на все вопросы первые отвечаешь, поэтому я понимаю, что все совместно, естественно. Вы разворачиваетесь ко мне и смотрите на меня. Конечно, все совместно, Сирен. А, Сирен, скажи просто, в группе демократия, да? Просто скажи, да? Монархия. Мне нравится. До меня даже не доходит очередь, потому что все там что-то смеются и даже не успевают. Малыш, не переживай, до меня тоже. Слушайте, вы там хороши, прикольные такие. Спасибо. А можно мы еще хотим рассказать про конкурс, да, который мы устроили? У вас есть полторы минуты. GoPro-шку дарите, да? Да. Давайте. Давайте кто-то один только, иначе никто не поймет. Пожалуйста. Давай, Маша. Нужно выложить фоточку, сделать какую-нибудь фотку, которая тебя ассоциируется с песней «Не рок-стар». Это может быть что угодно, но может быть отношения, про отношения, не про отношения, что угодно. Про расход. Но это должно быть необычно. Да, необычно. И сделано самому, не из интернета. Поправочка. Поправочка. Это не обязательно фотка. Это может быть фотка, видео, либо рассказ об отношениях, либо стихи. То есть с чем у вас ассоциируется? Написать свою историю об отношениях. Может быть, какую-то печальную, может быть, не печальную. Или как печальную, и как ты это пережил. Может быть, был друг, который тебе помог пережить. Нужно отметить его обязательно. В общем, написать какую-то необычную историю о своей любви. Так, и что надо вас отметить? И что отметить дают? Нас. И мы подарим отметить подарки. Не рокстар, отметить нашу группу Combat Cars.ru. Написать, Хэштег. Поставить хэштег не рокстар, хэштег Combat Cars, отметить нашу страничку Combat Cars. И дарите вы что? Страничку. GoPro. Семерочку, я надеюсь? Да, 5 июня подводим итоги. Нет, не надо это заигрывать. Семерочку, я надеюсь. Конечно. Да, они еще не купили. Какая мода, наконец-то узнали. Они сейчас выйдут и спрашивают, что это лысый спрашивал? Семерочка, не семерочка? Что хочешь? А люди уже знали. Про газ какой-то говорил. Ладно, девчонки, спасибо вам большое. И вам спасибо. Смотрите, у вас есть 20 секунд. Давайте какое-нибудь пожелание, наверное, от вас. Давайте. Слушателям и зрителям. Будьте на позитиве всегда. Будьте собой, зажигайте. Всем добра и добра. Слишком много советов. Они все разные. Нет, почему? Мы на
на самом деле всегда желаем позитива. Да, будь, это будьте самое главное. Проще, будьте добры. Мы на светлой стороне, на доброй. Вы можете не уходить. Все, пока. Пока. Телерадиоканал «Страна FM». Один на всю страну.